Каждый вечер по понедельникам любители джазовой музыки в Архангельске приходят сюда, в кафе «Золотица», чтобы послушать, как играют их любимые музыканты из джаз-ансамбля «Архангельск» под управлением Резицкого. Так происходит сегодня и также было 25 лет назад, когда молодой Владимир Резицкий впервые переступил порог тогда молодежного кафе. Thank you.
Нам в Советском Союзе, любителям джаза, очень хорошо знакомы имена Джанго Рейхарда, Мишеля Портала. А насколько популярен джаз во Франции? Nous savons bien le nom de Django Reinhardt et Michel Portal. Ce nom, les amateurs de jazz à Niort connaissent bien et comptent chez vous. Est-ce que vous aimez le jazz? Bien sûr, nous aimons beaucoup le jazz. Nous aimons aussi Grappelli, puisque vous parlez de Django Reinhardt. Ce jazz, pour nous, c'est notre folklore à nous. Nous aimons le folklore, nous aimons danser, mais le folklore aussi comprend le jazz, puisque le jazz vient du folklore américain. Да, конечно, мы очень любим джаз, потому что мы любим фольклор. Мы считаем, что джаз – это, в общем-то, тоже фольклор. Насколько, вот, скажем, соответствует музыка Владимира Резицкого вот этому кредо, о котором вы сказали, сочетание фольклора и современного авангарда? Je crois qu'elle prend ses racines, comme nous, dans la culture du peuple. Я думаю, что она имеет корни такие же, как и мы, и черпает свои силы в культуре народа. Вы ожидали, что вот в Архангельске можно встретить такой творческий коллектив? Attendez-vous qu'en Archangelsk on peut trouver ce collectif de jazz, comme vous avez vu? En Archangelsk peut-on trouver? Est-ce que vous attendez qu'en Archangelsk peut-on trouver ce collectif de jazz? Oui. Je pense, oui, qu'on doit pouvoir le trouver, tout à fait. C'est pas tout à fait ça. Il demandait si on s'attendait à trouver ce collectif de jazz. Ce collectif de jazz. Je pense que non. Non. Parce non, dans le sens, on n'avait pas compris la question. On n'avait pas compris la question. Et au départ, on a été un peu surpris. Et maintenant, ça se rapproche beaucoup plus de ce que l'on peut voir... ou entendre du moins à Paris. Вообще-то сначала мы не ожидали, но вообще-то, значит, джаз нам понравился, и это то, что можно слышать в Париже. Il a surtout l'empreinte de Miles Davis, puisque c'est du jazz des années 50, c'est du swing, c'est du swing, surtout les solos de batterie qui sont l'amorce, la fin du jazz et le début du rock and roll. Да, особенно это джаз, который, в общем-то, напоминает нам 50-е годы, джаз 50-х годов, который переходит в рок-н-ролл. Андрюша, я знаю, что ты серьезно занимаешься электронной, авангардной музыкой, и мне как-то так, в общем, приятно видеть тебя здесь, на вечере, джаз, который играет Владимир Резицкий. Вот что тебя привело сюда? И когда ты впервые вообще услышал о Владимире Резицком?
Ну, впервые я услышал о Владимире Резиском и группе «Архангельск». Это было где-то год назад. Я совершенно случайно по телевизору посмотрел часовой концерт этой группы. Раньше я о ней ничего не слышал. Мне сразу очень понравилось. А в Архангельск я попал случайно, и когда здесь мне предложили сходить вот на такие джазовые вечера, я с радостью согласился. И вот я здесь. Ну, я говорю, что действительно это приятно слушать, потому что молодежь больше увлекается, скажем, хард-роком, таким авангардом и чистым джазом. Мало любителей. Как ты считаешь, почему это так происходит? Ну, может быть, потому что сейчас люди увлекаются музыкой более динамичной и требующей меньше усилий для ее восприятия. Я считаю, что вне зависимости всегда найдутся люди, которые будут слушать такую интеллектуальную музыку и музыку интересную. Ты считаешь, что по интеллекту современный электронный авангард и интеллектуальный джаз? Нет, этого я не говорил. Они, может быть, идут где-то параллельно. Просто электронный поп-авангард немножко более запрограммирован. Может быть, так. Ну и там ведется работа с синтезом звука. В то время как вот в классическом джазе набор звука все-таки достаточно традиционен, но я ни в коем случае не хочу говорить о том, что что-то лучше, что-то хуже. Просто каждая музыка для своего. И вот я, например, с удовольствием слушаю группу «Архангельск», она мне очень нравится. Катюш, ну, ты родилась у нас под музыку Владимира Резицкого. И мне тоже очень приятно тебя видеть здесь, на этом вечере, потому что это, в общем-то, музыканты нашего поколения. А как ты воспринимаешь музыку Владимира Резицкого? Я не только Владимира Резицкого, я весь джаз люблю, в любых его проявлениях. Вот. Я бы не сказала, что это музыка вашего поколения, потому что рок-н-ролл, твист, там, джайв и все остальное танцуют и сейчас. Довольно-таки распространенные танцы. Вот. Мне вообще приятно вообще послушать музыку хорошую, хорошо сыгранный вообще ансамбль, очень хорошо звучит, красивая музыка. Приятно всегда послушать. Как ты попал сюда на этот вечер? На джаз? Я вот услышал, что друзья у меня идут на концерт. Я напросился. И вот случайно оказался здесь. И очень рад этому. Я очень хотел посмотреть, послушать «Архангельск». Но ни разу не приходилось мне их слышать. И о них я слышал, но на концертах я не мог попасть или не знал когда-нибудь. Ты увлекаешься джазом или это только простое любопытство? Я увлекаюсь разной музыкой. Главное, чтобы она была хорошая. А не важно, что это джаз, рок, классика. Это без разницы. Я даже иногда не отличаю друг от друга. Главное, что музыка. И они перекликаются между собой. Ну, скажем, побывав вот сегодня на джазовом вечере Резиско, захочешь ли ты прийти еще? Да, конечно, я с удовольствием еще приду именно на Архангельск. И на другой концерт джазовый. Мне очень интересно. Владимир Резиский как раз и его основная задача – соединить народную музыку и современным джазом. Это его, скажем так, кредо. Это здорово, потому что мне тоже кажется, что интересная музыка получается именно в синтезе фолк-музыки, настоящей фолк-музыки и современных каких-то средств выражения. We'll be right back.
Света, я прошу представить вашего гостя, как понимаем, гостя Архангельска. Да, это наш гость Хонс Ферхофе, фотохудожник из Голландии, из южной провинции Голландии. Он был победителем нашей фотовыставки «Беломорье-89», и в этом году он приехал специально, чтобы посмотреть новую выставку международную «Фотоева». Любите ли вы джаз? Знакомы были с джазовой музыкой? Gefällt Ihnen Jazz? Ich liebe Jazz und ich weiß, wir haben in Holland eine ganze Woche, jeden Sommer haben wir eine Woche Jazz-Festival. Das wird auch auf dem Fernsehen ausgesendet und ich verfolge das regelmäßig. Да, он любит очень джаз. Он знает, что в Голландии каждую неделю, каждого года проходит джазовый фестиваль. Он много слышит джаз и любит слушать джаз. А знакомы были с советским, русским джазом?
Weißen Sie sowjetischer Jazz, russischer Jazz? Ich bin das erste Mal in Russland und ich habe noch nicht so viele Erfahrungen mit russischer Jazz. Он первый раз в России, и поэтому он не имеет так много знакомств с русским джазом. То есть советские русские джазмены вам неизвестны? Wissen Sie nicht sowjetische Jazzmen-Musiker? Ich mache eigentlich das erste Mal Bekanntschaft mit russischer Jazz heute Abend mit Gruppe Arkhangelsk. Und ich muss sagen, das hat Klasse. Сегодня вечером он имеет первое знакомство с советским джазом, с джазом в Архангельске, и он должен сказать «классно». А понятно ли вот та композицию, которую исполнял ансамбль под управлением Лизицка, это ведь их собственная музыка, сочетание народное и авангардного джаза? Verstehen Sie diese Komposition? Das ist Mischung Volksmusik und Avantgarde-Jazz. Ich speziell die avantgardische Jazz habe ich heute Abend zum ersten Mal gehört und ist besonders gut. Und ich selber mache avantgardische Fotografie und ich weiß, wie schwierig das es ist, ein großes Publikum zu finden. Он сегодня слушал первый раз авангардный джаз, но он занимается авангардной фотографией, и он понимает, как это тяжело найти путь к сердцам, к ушам публики. Ну, нам очень приятно было услышать ваши лестные слова о нашем коллективе. Надеюсь, что вы не последний раз приезжаете в Архангельск и будете наверняка бывать на джазовых вечерах Лизицкого. Да. Wir hoffen, dass Sie nicht zum letzten Mal in Archangelsk und vielleicht werden wir noch in diesem Jazzabend. Das hoffe ich auch sehr. Он тоже очень надеется на это.
Мы с тобой знакомы, ну, уже больше 25 лет. И скажи мне, пожалуйста, вот думал ли Владимир Резицкий 25 лет назад, что, вот скажем, вот я буду держать программу с предстоящей поездкой в Японию? И вообще, как складывалась и судьба, творческая судьба и Владимира Резицкого, и его коллектива джаз-группы «Архангельск»? Ну, судьба не из легких. Вообще-то долгая история. В общем-то, действительно, так сказать, в округе своя все возвратилось. Золотицу. Где мы начинали еще с Володей Тарасом, это был примерно 66-й год. А со своими ребятами, с Туром и с Юданом, мы начинали здесь 70-е годы. В следующем году уже будут 20-летие коллектива. Долго нас держали заперти, сказать, не выпускали за границей. Это имеет свои последствия, потому что все должно делаться вовремя. При том еще о том, что мы все-таки не живем не в культурном центре, вот в широком понимании слова, сказать, не Москва, не Ленинград, не Рига, а где все-таки кипит жизнь, где есть возможность выбора и есть конкуренция, то здесь этого всего нет. Поэтому приходилось вариться в собственном соку и тянуть себя, так сказать, за уши, за волосы. Знаешь, я наблюдал окончание и фестивальных концертов, да и вот и сегодняшней этой встречи. Такие бурные аплодисменты, благодарность публике. Но все-таки, как мне кажется, джаз не стал музыкой миллионов, а он все-таки так остался, ну скажем, музыкой единиц. Почему это так получилось? Это связано по многим причинам. Во-первых, это сплав фольклора, а потом постоянный поиск. И есть стили, которые уже пробировали себя, не то чтобы закостенели, они законсервировались, и они имеют свою публику. Свою публику, тоже немногочисленную. А все связано с мышлением, опять же. Это не массовая культура. А раз не массовая, значит, уже ограниченное количество слушателей. Ну, ты заговорил о том, что, так сказать, мы с тобой живем в провинции, и в провинции так развиваться, скажем, любому искусству гораздо, пробиваться в жизнь, выходить на публику гораздо сложнее, чем в столицах. Но все-таки провинция живет и дает очень много талантов в разных областях культуры. Да, до определенного этапа развития. А потом необходима среда. А когда среды нет, так сказать, вот начинается голод и болото. И эта трясина тебя затягивает, и ты уже не можешь выйти, так сказать, на следующий, то есть, этап развития. Все-таки я думаю, что, конечно, есть в провинции свои плюсы и прелести, но нет среды, той духовной, в общем, в целом. И поэтому все эти годы вы так и стремились, то есть ты и твои ребята так стремились выйти вот на фестивальную, на международную какую-то арену, союзную арену, чтобы как-то показать себя и показать свою музыку. Ну, это была единственная, так сказать, поддержка. Постоянный фестиваль 72-го года мы выехали первый. Почему мы считаем день своего рождения именно 72-й год, когда мы выехали в Ленинград, приглашение джаз-клуба. Именно вот поездки на фестивали внутри Союза последние два года из-за границы, они как раз поддерживают тонус и перспективу дают, и цель. А если бы не это, так сказать, ведь мы практически единственный, наверное, состав в Союзе, который проработал довольно-таки значительное время в ресторане и вышел, то есть с честью. Ресторан не поглотил, вообще ресторан всех поглощает, тот, кто работает в нем, музыкант. Потому что это поток, ты выполняешь определенные функции. Ну, вообще, честно говоря, меня всегда поражала твоя энергия, потому что совмещать в одном лице и художественного руководителя, и менеджера, и организатора очень достаточно большого, крупного фестиваля, можно говорить, в нашем Советском Союзе, я имею в виду фестивали, традиционные фестивали Дни джаза, которые проходят в Архангельске. Как это удается совмещать? Не, так сказать, не теряя вот этот высокий уровень, который вы ставили перед собой. Это все связано в один клубок, потому что на базе нашего коллектива джаз-клуб. Я являюсь и председателем джаз-клуба, и в то же время менеджером фестиваля. Поэтому члены коллектива, они работают на фестиваль. И еще несколько, так сказать, энтузиастов в городе, которые вот составили костяк.
Это позволило нам выйти на высокий уровень, потому что мы сами участвуем уже на крупнейших международных фестивалях. И вот знакомство с музыкантами. И в то же время северный край манит, и теплоход джазовый на Соловке. Люди приезжают с удовольствием. Мне кажется, что вокруг Резицкого в Архангельске образовалась целая музыкальная аура, и от тебя отпочковались не только сегодня, не только существуют в городе джазовые коллективы, но и авангард, и рок-группы, которые считают, в общем, своим прародителем коллектив Резицкого. Ну, это, конечно, лестно слышно, я не думаю это так. И я впервые вообще слышу из твоих уст, что это действительно, по-моему, так сказать, спасибо за доброе слово, но я думаю, что это не так. Отпочковались, кто-то что-то делает, но уровень, на мой взгляд, сказать, я не знаю, как сейчас обстоит дело в рок-музыке, но вот среди джазовых музыкантов остальные, сказать, меня уровень, сказать, не устраивает. Я бы, наоборот, желал того, чтобы было несколько коллективов здесь в Архангельске, которые составляли бы конкуренцию. Она может необходима. Так, может быть, стоило тогда при нашем музыкальном училище создать отделение, где бы как раз можно было, скажем, воспитывать джазовых музыкантов? Ну, вот опять я должен отказаться от своей творческой деятельности. Я же отказался от программы, отказался от работы, чтобы сохранить себя. А здесь я опять, я и так тащу на себе ВОЗ от организации фестиваля. Я думаю, что вот я проведу этот фестиваль, и год-то точно уже я сделаю перерыв. В связи с тем, что есть возможность поехать в Америку, так сказать, на учебу на год. Но если даже не получится эта поездка, то все равно передышка необходима. Если мы говорим, что искусство не знает ни границ, не знает, так сказать, различия в языке, то можно, так сказать, способом общения такого вообще объединить людей. Вообще искусство, оно интернациональное язык, особенно джазовое искусство, которое постоянно вбирает в себя все новые, то есть влияет на все и вбирает в себя все, что происходит в мире. Джаз – это самый такой универсальный язык.
Сохраните историю вашей семьи. Позвоните по телефону 8 963 245 36.